Вообще, привет, с вами я, Жека Полокс. И вы скажете, что за бомжара? Ну что это за чувак, такой мужик какой, брутальный, худой. Ну не худой этот, слабак. Делает тут. Короче, ребята, написал какой-нибудь челлендж. Кто чего выиграет. И короче, у меня выпала челлендж стать вот таким бомжом. Не бомжом, вот этим брутальным мужиком. Который есть просто ну, маленькая головешка. Ну так, ребята, и не надо так пробыть две... Надо пробыть не с этим скином. Пять видосиков с этим скином. Я же видео снимаю каждые четыре. Четыре видео я снимаю в день. Ну, это я в день снимал. Сейчас почему-то я перестал снимать видео. Ну так что, ребята, сегодня будет четыре видео. А мы начинаем. Тут нам тетя говорит, ну-ка, пройти вот эти... Что-то такое, трубу какую-то. Но для меня легко. Я в конце, который лоханулся. Так, здорово, Кракен, но вы не понимаете, вот эта комната. Нет, не напомнила эта комната. А что мне делать дальше? Так. А, блин, я... А что мне... Надо сюда, кажись. Надо, кажись, сюда. Ну все, пройдемте-ка мы. Нельзя, блин. А как? Что ли, туда опять? Я не пойду туда, меня там Кракен не пускает. На водичку можно? О, да, блин. Гениально, я боюсь, что водичка тоже убивает. Так, чекпоинт, давайте побыстрее пройдем этот обе. Мы проходили только обе, только другое, только другое. Так, еще, блин, что такое? Ой, я задел с него. Блин, у меня маленькая головешка, что даже она не способна меня спасти. Так, давайте пройдем вот эти черные пузырьки какие-то. Что это такое? Что Кракен... делает. Они левитируют. Они должны это не левитировать, а как бы лететь. А ты кто такая, рыбка? Все, давай пойдем. Все, пошли. Так. Куда нам дальше? А, нам по трубам? Или там... Как? Что за? Кто вы? Как мне пройти вот эту херню? Блин. А может это быстро? А, я понял, что это жаль. Надо, блин, надо аккуратненько пока. Оп, да. Вот, кстати, ключик нужно туда забраться. Ключ. Выплываем отсюда. Давай. Ой, фу. Я подумал, что я сейчас умер. Так, открываем вот эту дверь. Бежим обратно. Ой-ой-ой. Хотя, нет, все-таки я не был прав. Значит, я могу пройти. Так, вот сюда. Ну-ка, проходи. Все, прошло. Давай ты проходи. Все, я тоже пошел. Все, чекпоинт. И мы куда? А, сейчас в вентиляцию. Ну, как обычно, все. И тут лабиринты. Специально для меня сделали лабиринты, чтобы я мог запутаться. Этот чувак, мужик этот брутальный, запутался. В каком-то обе. Навсегда, кажется. Не всегда, но куда-то. И куда мне идти? Так, тут нету ничего. А тут тоже нет ничего. А где? Смысл? А, вот он. Это там вентиляции. Да, это оно. Так. Нам дальше говорят проходить по этим трубам. Ой, блин. Я испугался. Я думаю, это баг какой-то. Это не баг. Это он меня сам засосал своим пылесосом. У него мистер рот, у него мистер та пылесос. Ну ладно, золотая рыбка с этим умерла, когда он сожрал ее. Либо она случайно. Ладно. Так, розовая рыба без глаз. Либо она закрыла глаза. Так, ладно. Так, теперь мы сюда идем. Да. О! Все. Прям головой стукнулся. Я думаю, я улетел вообще куда-то. Так, ну теперь мы проходим по этим. Так, проходим мы. Ой, тихо, я испугался крючка. Ой, блин, я крючок испугался, блин. Конечно, я боюсь эти крючки. Так, все. Вот еще один просто, блин. Так, что у нас дальше? Опять какие-то... Так, напротив. И вот это напротив, и вот это напротив. Чтобы сюда, блин. Так, давай.
Все, погнали. По трубе будем сейчас. Мы мажем будем. Так, все. А теперь я выбрался от него. Смотри, своим ртом замахнулся на меня. Так. Теперь мы по этим штукам надо. Так, похоже на пузырьки попыта. Кстати. Похоже, вот надежка какая-то. Ну, мне надо еще долго проходить, кажись. Так, вот так и вот так. Ну, все, мы прошли. Давай дальше. Так, ну, типа по этим, да? Сейчас мы пройдем на изи просто. На изи пройдем вот это. Все. Дальше у нас рыбки. Надо, кажись, по ним. Ой, аккуратно. Так. Ой, блин, коснулся. Так, ну что это за такие? Это что за херня? Я сейчас что я вижу сейчас? Так. Тихо, и все прошли, все. Так, на улицу срочно, на улицу срочно. Так, машинка, да, что вы делаете? Это машина танцует. Первый раз вижу, когда машина танцует. Первый раз вижу, когда машина так танцует. Гипнотенс, кажись, там у них в машине. Так, все, блин. Все, пока, машина. Что-то они сейчас танцевали. Ой, девочка, я тебя спасу. Когда-нибудь спасу. Она ушла от меня. Да, я сейчас открою, блин. Не открывается, блин, заклинено. Блин, девочка, как мне туда попасть? А, я думаю, что она думает сейчас, как я туда пробрался. Она хочет выбраться, ладно, я сейчас выберусь. И вот и эти создатели, которые... А, это не создатели, это мост. И меня машина сбивает. Ладно, давайте еще выберем это. А это розовая такая. Блин, меня машина сбивает. Ну ладно, вот такая на серии получилась. С вами был я, Шерпо. Всем удачи и всем пока.